Короче, косячек, смотри, если, короче, взять и так сделать, пух-пух-пух-пух, а обойма сама перезарядится, смотри. Короче, стой, стой, договоримся, стой. Да, я сам. Чё? Чтоб вы понимали, я стоял перед ним, он не позволил мне его убить и сам спрыгнул вниз, чтобы я его не трогал. Как, делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию снуйперов. Как вы поняли, последнюю серию снуйперов на вот этой карте. И прикол в том, что подписчики у меня такие жесткие, то что уже все везде попрятались. Я, конечно, прямо сейчас постараюсь вас не найти, постараюсь вас не спалить. Мне нужно спрятаться так же, чтобы, ну, я надеюсь, затащить в этой серии, потому что золотая снайперка моя, скажем, пока... мечте Мии. Мия, извини, пожалуйста, я тебя забрал золотую снайперку и забрал, конечно, свою корону снайперов. Но ничего страшного, посмотрим, кто станет королем или королевой снайперов уже в следующей серии и на следующей карте. Посмотрим, возможно, новая карта понравится тебе больше, чем эта. Потому что это на самом деле уже давным-давно всем надоело, она уже находится здесь больше, чем год. Мне кажется, пора уже что-то менять. А сейчас я потопал прятаться и будем начинать первый раунд. Проснись и пой! Середина ночи! Я опять записываю новые ролики. Зато хотя бы этот наркоман сегодня не катался на лодке на асфальте, не протирал себе пятую то... Или катался без меня. Я просто не знаю, что там происходило, пока я в туалет гонял. Не катался. Не катался. Ну хорошо. Он не успел. Ты не успел покататься. Ну, Константин Петрович, растешь. Все детство тоже с одного места выходит, уже не хочется кататься на лодках по асфальту. Вот, Константин Петрович, вырос потихонечку, это очень даже хорошо. Я надеюсь на это, я не знаю. Ай, юшки моя, юшки, кто там стрелает? Подождите, не стрелайте, я еще даже никого не успел обнаружить. А, ну да, вот так вот. Почему у меня что-то видел? Я кому-то нужен. Алло! Чё за перестрелка? А-а-а! Это чё, в меня только что стреляли? Кто-то вообще с ума сошел, мне кажется. Только что. Мне кажется, почему это Константин Петро. Константин. Потому что меня спалили. Тебя спалили? Я уверен. То есть ты уверен, то, что тебя спалили? Ты так думаешь, да? Смотри, если в принципе меня сейчас спалят, то знаешь, что случится? Случится апокалипсис просто всемирной. Ничего себе, у кого-то там реакция. Так быстро Никича завалил. Вот, знаете, кто-то вышел, увидел то, что Никич там прячется, и сразу же его завалил. Я даже не знаю, кто это был. Голод, да пошел ты. А, ты что так орешь? Не ори. Мне бы сейчас парашютик, ваш пэб. Ай-яй-яй. Алло, да хватит, да что-то, что происходит? Почему все такие не сякие? Я не могу понять. А вот смотри, нужно быть таким сяким, а все такие сякие. А я не знаю, нужно быть таким сяким, а все такие сякие. Я типа как бы сказал бы, но не скажу. Сказал бы... Что? Да ничего. Да ничего ты сказала, Ми? Короче, смотри. Короче, дело было ближе к ночи. Мы с Сережей потусили очень. Я пришел в тебя нема. Как говорится, меня пидманула, пидвела. Расстреляла всех по сторонам. Так, ладно, короче, смотрим так. Я знаю, где монстр. Монстр всегда там, где она всегда. Логистика и логика на высшем уровне. Ты не логист. Я логист. Я еще тот логист. Нет. Да, в смысле нет, если да, я сказал. Кому так и нет. Мне кажется, почему-то... Мне кажется, почему-то мне конец. Конец династии, конец эпохи.
Парик, каку, пум-пум. Мне очень страшно, я не хочу умирать. Короче, монстр, смотри, если развернуться. Папа! Алло, за что? Я ничего плохого в этой серии не сделал. Ты всех убил. Да, ну я потиху. А, реально, я всех прям убил, да? А, ну, ну все, тебя посадили. Ну, это хорошо. Вот это хороший раунд был. Это хороший. Давайте двигаемся в следующий раунд. Прямо сейчас. Раз, два, три, четыре. Не-не-не, подожди, там по-другому как-то было. Пять, четыре, три, два. Нет, тоже не так. Подождите. Как там было с этим зайцем, который вышел на крыльцо и там себе что-то почесал? Опа. Там, подождите, там что-то другое было. Раз, два, три. Нет. Три, два, раз. Кто не вышел, нет. Да смысл? Так как я ж по тебе попал? Кто в невидимости? Кто? Ты. Я? Нет, он видимый. Я был видимый, меня Константин... Кто меня убил? Прямо передо мной стоял он в невидимости. Меня Константин Петрович только что завалил, заразёныш. Тебя Никита убил, я тебя вообще случайно увидел, я такой выглядываю, и господи, думаю, и да, да, да. Никич, ты знаешь, что здесь спрятаться нельзя? Никич, дисквалификация. Спасибо. Я здесь упал. А, ты упал? Ну так, ну все, Никич, ты уже не сможешь отсюда вылезти. Я уже не знаю, какой я раз подряд говорю, что кто здесь прячется, дисквалификация, здесь нет места для пряталок. Опа, где же Мию? Миюшка у нас, короче, стоит вот там вот. Константин Петрович, надеюсь, ты понял, где она стоит. Вот там, да. А там что, где? А вот там это, короче, когда смотришь прямо, она вот там прямо, вот туда. Нужно вообще-то посмотреть. Налево. Нет, подожди, прямо. Налево. Прямо. Нет, прямо налево. Нет. Налево. Да не спорь, у меня как бы не так... Иди в жопу. Налево, я сказала. У меня не топографический кретинизм. Ну, давайте посмотрим, где у нас Константин Петрович. Кости... Ну, вот сейчас направо, Костянчик. Сейчас направо нужно посмотреть. Ой. Нет, ты мне кое-что отстрелила, только что случайным образом. Ладно. Прыгай вниз, прыгай вниз, прыгай вниз. Ты в верном направлении движешься, Константин Петрович. Я тебе даю подсказки. Прыгай вниз. Прыгни ты вниз! Прыгни, беги, беги. Опа, вот. Я первая его убила. Да. Нет, это, подожди, ты... Нет, 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 никто же не остался живым в этом раунде. Тогда делаем так, или каждому одно очко, или никому вообще никакого очка. Каждому. Никому. Каждому. Большинство за каждое, тогда получается у меня два, и у всех остальных по одному. Мы передумали. Нет. Тогда ноль, ну, в принципе, я так и подумал, то, что все передумают. Ладно, давайте следующий раунд. Хорошо, да кто опять уже вы... Да, алло! Вы понимаете, то, что я еще не успел даже родиться на эту планету, уже кто-то кого-то... А кто тебе рожать будет? Да, в смысле? Как я вас всех люблю. А мы тебя нет. Кто? Кто фуня? Да, алло! Кто кого? Я что тоже не понял. Да подождите, да кто стреляет-то? Костя! Кто умер? Подождите, монстр умерла! Я умерла! Монстр умерла! Никич умер! Кто еще жив? Я жив! Псих какой-то! Подожди, а Костянчик? Он. Я говорю псих! А психа, я думал, ты про меня говоришь. Ну ладно, я думал, это комплимент. Я просто не понимаю, кто откуда стреляет. Вот в чем проблема. А, я понял, кто тут стоит. Ну ладно. Так, короче, я... Опа, Константин Петрович, я тебя видел. Я тебя видел, Константин Петрович. Мама... Мама Мия Пампалалия, как говорится. Да твою-то! Как ты меня убиваешь? Подожди, ты меня убила? Да, я на тебя. Не ври, Мия. То есть вы подав... То есть и Костя меня стреляет с одной стороны, и Мия стреляет с другой стороны. Потому что ты спалился еще, когда в меня стреляли. Я все прекрасно понимаю, но... А теперь и меня спалили, значит. Двое на одного, значит. Двое на одного. Да, здрасте. Ну не надо. Это не я сейчас. Ну не парись. Да в смысле не...
А чё, кто где был? Что? Что такое? Снайперку. Кто золотую достал? А у кого снайперка? Кто на планете сейчас захотел? Алё, ну... Всё, минус дом, наверное. Хотя не... АААА! Как? Я твой дом под... Не надо, пожалуйста, ничей дом поджигать. Да не твой. Да и мой тоже не надо. То есть получается один... Да и мой, все дома подожди просто. Один... Я подожгу всех. Я умираю. Ты в смысле? По-настоящему мне плохо. Не надо, Ми, успокойся, все будет хорошо. Смотрите, тебя никто не убьет в этом раунде. Счет всего лишь 1-1-0-0-0. У тебя еще все шансы догнать Константина Петровича, ядрить, колотить. Как Константин Петрович вообще выиграл раунд, я не знаю. Но, ладно. Я умираю. Как обойму поменять, я забыл. Он даже не знает, как обойму менять, зато выигрывает раунды. Костя, просто спрыгни куда-то там, и все. И там выиграешь раунд. Не, ну я серьезно, я забыл. Да я тоже серьезно. Короче, Костянчик, смотри, если, короче, взять и так сделать, пух-пух-пух-пух, а обойма сама перезарядится, смотри. Короче, стой, договоримся, стой. Да, я сам. Чё ты? Чтобы вы понимали, я стоял перед ним, он не позволил мне его убить и сам спрыгнул вниз, чтобы я его не трогал. Я же вроде говорил это, что я спрыгну. Иди теперь вокруг. Ладно, я... Вы... Не надо, в смысле, не надо, чё? Вы понимаете то, что первый раз так... Да замолчи, Костя. Да всё, хватит, Костя, не перебивай. Вы понимаете, это первый раз такое, то, что я как-то... Я не того. Подождите. Никич, а ты как умер? Я не того. Что мне делать, назад туда возвращаться или чё? Я ничего не понял, что только что произошло, но кто-то кого-то как-то там завалил. Ой. Мне там Мия немного команды убил. Да, Мия, да, вообще еще та хулиганка еще та Мия. Я умираю, господи, кровь. А где можно клавиатуру продать? Я эту клавиатуру ненавижу. Смотри, я тебе даю подсказку. Ну. Я больше не буду играть с вами. Рожай, давай, Константин Петрович. Короче, у вас... Ой, не того. В смысле? Да что происходит? Да все, хватит убивать друг друга. Не надо, успокойтесь. Все, это дисквалификация и Мии, и Никича. Вы убили друг друга, все, как должно быть. Вот именно, ну смотри, Мия убила Никича, Никич убил Мию. Все по правилам. Никто никого не дисквалифицировал. Ты дурак? Ты меня палишь. В смысле, ты мне помогаешь? Ты ж... Костя Петрович, ты хочешь бан получить, я не могу понять. Закончить его, пожалуйста. Ах, кто здесь прячется, я знаю, что здесь кто-то есть. Ой. Да, это монстр только что стреляла, да, я все правильно понял. Монстр такая меня... Молодец, Мун. Монстр, хватит в одном месте, пожалуйста, шкериться на протяжении всей игры. Я до этого ниже была. Перебежала один этаж, ниже было. Ну да. Господи, 1-1-1-0-0 чувствует. Моя точка G. Эта серия будет очень длинной. Да. А ты закаешь? Да. Я видел Никича. Кого ты видел? Он мертв. Никич, что? Никич только что... А, подожди, то есть ты только что видел Никича? Кто? Я... Эпично, пожалуйста. Ой, это было слишком эпично, я даже не понял. Мия такая выбегает. Я хочу поговорить с Константином Петровичем. Костя, смотри. Прям сейчас, если ты... Подожди, если ты спрыгнешь... Подожди. Если ты суицидишься, тебя приедут... Костя, подожди! Давайте договоримся так. Если Константин Петрович сейчас упадет с крыши, то я Константину Петровичу дам три алмаза. На сервере дам тебе три алмаза, да, если ты сейчас упадешь. Если ты сейчас упадешь, получишь три алмаза. Бесплатные три алмаза, Константин Петрович.
Я пошутил, Костя, я пошутил! Костя, я пошутил! В мозгах у тебя что-то. Пустота. Они у него есть! Мама! Пустота! Пустота там, Костянчик, пустота! Да объясните! Алло, да кто толкается? Не пугайте меня, пожалуйста! Мия, ну не надо! Мия, пожалуйста. Ну не надо толкаться, Мия, пожалуйста. Ты сейчас меня толкнешь. Меня пугал. Мия, ну смотри, ты меня сейчас толкнешь. Я, если честно, боюсь это делать, но. Ну да ладно. Что твою дивизию, господи. А что я не несу. Костянчик, что? Костянчик, ты вообще в своем уме? Ты знаешь, что такое. О, наркоман. Я знаю то, что Костянчик. И ты наркоман. Ох. Сложно было попасть на самом деле, почему но я... Почему вы постоянно оставляете меня с ним? В смысле, почему вы оставляете... Да, ты вообще меня только что убила, монстр, в предыдущем раунде. Ты забыла это? Ты можешь меня затащить вообще тогда получается. У-у-у! У-у-у! Так, хорошо. Да, не толкайтесь, пожалуйста. Короче, монстр... Ёхан, я не знаю, как у меня реакция сработала только что, но я рад, что я смог монстр завалить. Ладно, ну подождите, следующий раунд. Да, почему я знал то, что Мия придет мне мстить? Ладно. Я тебе всегда буду мстить. Ты всегда. Ладно, ничего страшного. В следующий раунд. Ну, кто-то будет стрелять? Начало раунда. О, да, вот, хорошечно. Все начали стрелять. Да, все. Может, спокойствие в этом дурдоме. Тихо. Ты сам сказал. Ну, я ж пошутил, почему вы как стадо овец. Я сказал, все последовали. Надо своими мозгами думать. У нас их нет. Особенно у меня. Костя Петрович, какая самокритика, какая самоирония? Вы только на него посмотрите. Умрешь, наверное, первым, мне так кажется. Я слышал, что ты сказал, Костя, это было битбокс, небось, хотел, да? Ну хорошо, что выдержал. Кто нафунял? Вы только посмотрите, там кто-то посередине нафунял. Ах да. Ты какая. Слушай, ты чё обзываешься? Ты чё обзываешься? Обзывалка еще не выросла. У него выросла. О, Мия, а ты откуда знаешь, Мия? Господи, помогите, чё умереть? Да не на... Мия, успокойся, скажу. Как? Подождите, кто кого? Просто можно умереть, господи. Я что-то сейчас вообще ничего не понял, просто вошпе ничего не понял. Меня... Ах ты, Алекс Экспо. Да. Алекс как Экспо? Посмел... Меня лиса убила. Как ты посмел утку убить? Я никого не убивал. Меня так, подождите, убил, а кто кого убил, у меня такой вопрос. А, Алекс Экспо, или как тебя там зовут? А, нет, это монстр была. Ладно, ничего страшного. Логично. Я видел твою макушку. Видел, монстр? Видел. Подождите, кто мне может сказать, где Никич находится? Вы дома. Никич, то, что ты дома, это и так уже все давным-давно знают, но... Никич, там, где ты. Да ты ж, садут, почему вы сидите на одном месте всю игру? Никич, у меня мышка заёгнула. Подождите, а ты умер? Никич, как ты умер? Нет, а его убили, ху, ладно. Ой, да, конечно. Конюшня. О, господи. Чё такое? Мано. Золотой. А почему золотой оно? Кто его покнул? Это вроде Алекс Экспо был. А сейчас кто в меня стреляет? Какой офигенно включу. Да подожди, что происходит? У меня патроны закончились! Кто у кого стрелял? Объясните, пожалуйста.
Опа, он сейчас меня, походу. Да я тебя не могу! Я тебе заговорила. Теперь понимаю, что четко. Меня ненавидят. Сказали, кто-то сказал, что меня ненавидят. Ёханый баба, я опять остался против... Подождите. Я остался против монстр? Опять? Что? Чё ты там сказал? Это не я. А чё там? Это голосовой... Он фиговина. Чё ты там включаешь? Выключи звук в Майнкрафте. Он Виктора включил. Выключи, Костин Петрович, а? Костя, сейчас кто-то кого-то забанит. Выключи эту шайтан-машину, Костя! Я слышу, там какой-то дебил говорит собака. Голосовой диктор. Пэндэнь, собака. Пожалуйста, выключи от Константина Петровича, я тебя прошу. Это не я. В смысле, это не я, кто? Это я был? То есть это я был, да? Это я был, хочешь сказать? Так. Ага, конечно. Мне почему-то кажется, Николай Петрович был. Почему Николай Петрович, Константин Петрович? Почему я его называю Николай Петрович? Кстати, да. Кстати, все возможно. Да! Ядрить, колотить! Да! Да просто... Это сбылось, серия длится опять полчаса. Те, кто смотрят, да, я нарезал серию на 15 минут, но мы ее записываем уже больше, чем полчаса. Ни Николай Петрович, ни Мия, ни Мустр, ни Никич, никто не смог забрать мою корону и золотую снайперку. Я очень сильно этому рад. И прощай, эта карта, потому что в следующей серии уже будет новая карта, как я говорил на начале вот этой серии. Я тебе скажу огромнейшее спасибо, если хочешь продолжение, если в следующей серии хочешь видеть новую карту снайперов, дай знать! Спасибо всем большое за просмотр, всем удачи и всем пока. Спасибо большое, все, можно идти спать.